Царь рыбу вернули на место. Подрядчик, наконец, завершил реставрацию 300-килограммового осетра со смотровой площадки. Огромную фигуру отмыли, сняли верхний слой краски, а затем покрыли защитным лаком и приварили новые усы. Кроме того, специалистам пришлось извлечь кучу мелких монет, которые суеверные туристы оставляли на счастье в металлических жабрах. Памятник царя рыбы был установлен в 2004 году к 80-летию Виктора Астафьева и с тех пор ни разу не обновлялся. Сейчас же, после реставрации, фигуры благоустроят и саму смотровую площадку. Проводятся работы на самой территории. В частности, строится теплый санузел, строится, скажем так, изба для торговли сувенирами, брусчатка будет положена.